Когда у меня спрашивают вопрос, там мои сокомандники, коллеги, ребята, с которыми я работаю, наверное, самый такой мой любимый ответ: а ты как думаешь? Я вот записываю это видео, потому что я очень часто это говорю. Такой лайфхак, да, для тех, кто будет с нами работать, вообще для всех, кто смотрит это видео, особенно для стажеров, которые придут к нам работать, или просто для тех, у кого часто возникают вопросы, да. Когда вы приходите работать, у вас есть какая-то задача, не знаю, организовать мероприятие, да, вот давайте такие простые вещи разберем. У вас задача организовать мероприятие на 15 человек. Ну, вот вы пришли только работать. У вас есть непосредственно ментор, менеджер, который вам поручил эту задачу и который будет вам помогать на протяжении реализации этой задачи. И у вас есть список таких вот подзадач: найти место, организовать людей, посчитать бюджет, заказать еду, подготовить презентацию и так далее, и так далее. Вы приходите к своему менеджеру и говорите: а где провести мероприятие? Мой ответ: а как ты думаешь? То есть, что я хочу сказать, это то, что никогда не задавайте, ну, не то, что никогда, старайтесь не задавать вопросов, вот, грубо говоря, впустую, да? Когда вы задаете вопрос, это очень легко, да? То есть вы задаете вопросы довольно просто. Подошел к своему менеджеру, такой: а где провести мероприятие? Он такой: ну вот, давай, конференц-зале на втором этаже, нам этого хватит. И ты такой взял эту информацию, пошел, там организовываешь, и в итоге, если что-то пойдет не так, ты такой: блин, ну это же мне сказали, это же вот мой менеджер сказал на втором этаже организовать это, там, если что-то пошло не так, это он виноват, там, я тут не при делах, да, это очень легко скинуть ответственность, да, просто когда ты задаешь вопрос, получаешь ответ и топаешь делать то, как тебе сказали. В итоге ты можешь даже не брать полную ответственность за это, потому что ты делаешь то, как тебе поручили. У меня подход работы немножко другой, и в целом у наших всех команд. Когда ты задаешь вопрос, постарайся сам же на него ответить. Как это может звучать? Подскажи, пожалуйста, где нам провести мероприятие? Я тут прикинул, накидал по бюджету, по количеству людей, я прикинул, что можно провести вот в конференц-зале на втором этаже, можно провести вот в банкет-холле рядом с нами, можно снять конференц-зал вот рядом с тем отелем. Я прикинул плюсы и минусы во всех этих трех вариантов и примерно прикидываю, что второй вариант нам больше всего подходит. Вот, а ты как думаешь? Помоги мне, пожалуйста, с решением поточнее. Вот так это может выглядеть, да? То есть, когда ты задаешь свой вопрос, постарайся сам же заранее подготовить варианты ответа на него, погуглив, поизучив вопрос, свою задачу, оценив объемы, ну, какие-то усилия приложив, прикинуть несколько вариантов ответа на свой же вопрос, плюсы-минусы этих вариантов, и сказать, за какой вариант ты сам голосуешь. Тогда это показывает зрелость твоей работы, зрелость задачи, ну, то есть твоего подхода к задаче, и помогает тебе же брать ответственность за эту задачу, потому что это твои варианты, на которые ты предложил и которые ты сам же оценил. А менеджер может тебе подскажет: так, давай вот это, вот здесь вот ты чуть ошибся, а вот это правильно ты сказал, а вот здесь вот чуть по-другому, да? Более опытный человек тебе в этом, конечно, само собой поможет. У нас здесь очень много менторов, ребят, менеджеров, которые тебя правильно направят. У нас такая распространенная ошибка всех стажеров и ребят, которые приходят к нам только-только работать, это которые просто, грубо говоря, в холостую задают вопрос. Задавать вопрос – это правильно, это важно, но очень классно будет, если ты будешь также сам стараться на него отвечать, сам прикидывать варианты, а я думаю так сделать, и сам стараться давать свой ответ, свое мнение на это, чтобы показывать свою, ну как, вовлеченность, да, свою зрелость, свою заинтересованность в решении этой задачи, а не просто брать ответ у менеджера, идти реализовывать, и в случае чего, типа, я тут ни при чем, да.
Собственно, да, вот такой вот небольшой лайфхак. Старайтесь придерживаться его касательно любых задач, что в программировании, дизайне, в менеджменте, в офис-менеджменте, в организации мероприятий, маркетинге, продажах, где угодно. Когда вы задаете вопрос кому-то, старайтесь самим прикидывать ответы. Задавать вопросы очень легко, гораздо сложнее на них отвечать и брать за них ответственность. Да, на этом все.